Здравствуйте, мы продолжаем разбирать грамматику по учебнику Grammar Way 1. И у нас тема глагол to be, второй урок. Делаем вместе упражнение. Теория приведена в предыдущем уроке. А также вы можете посмотреть, еще раз прочитать эту тему в самой книге. Мы даем ссылочку в нашей группе для скачивания этого учебника. У кого его нет. Итак, рассмотрим еще раз глагол to be. У нас имеет три формы в настоящем времени. Am, is и are. Am для местоимения я. Is для местоимения он, она, оно. И are для всех остальных местоимений. Итак, I'm a student. Я есть студент. We, мы from Spain. Мы из Испании. We are from Spain. He. Not a doctor. Он не доктор. He is not a doctor. You a singer. Вы певец. Певица. You are a singer. She an actress. Она актриса. She is an actress. It a watch. Watch это наручные часы. И в английском языке они имеют единственное число, поэтому it is a watch. They, они не художники. They are not painters. They are not painters. Я не высокий. I am not tall. I am not tall. Итак, мы разобрали одно упражнение. Давайте посмотрим. Еще одно сделаем вместе. Нам в левой колоночке даны предложения в единственном числе. Нам нужно перевести во множественное число. Что здесь меняется? Меняется местоимение с единственного на множественное. Меняется, соответственно, глагол to be, его форма. Убирается артикль a, потому что это означает один, и это признак существительного в единственном числе. И существительные ставятся во множественное число либо путем добавления окончания s или es, или если это слова исключения, просто меняется корневая гласная. Так разберем вместе. She's a girl, they are girls. Она девочка, они девочки. He's a teacher, он учитель. They are teachers. They, они, are, являются teachers, учителя, во множественном числе. Добавили окончание s. It is a deer, он олень. Олень, слово и в единственном, и во множественном числе, звучит одинаково и пишется. Поэтому это будет выглядеть так. Они олени, they are deer. They are deer. I'm a boy, I'm a boy. Я мальчик, они мальчики. They are boys. They are boys. И на конце будет S. She is a police woman. Police woman. Woman это слово исключение. Во множественном числе A поменяется на E. И будет звучать так. Они полицейские. They are police women. They are police women. It's a giraffe. Это жираф. Станут они жирафы. They are giraffes. Добавляется окончание F. I'm a baker. Я пекарь. Мы пекари. We are bakers. Добавили окончание S. He's a man. Он мужчина. Man это тоже слово исключение. Во множественном числе вместо A будет E. И he's a man, он мужчина, станут они мужчины, they are men. You are a child, you are a child, child слово исключение, ребенок, по множественному числу children, дети. Ты ребенок, вы дети. You are children. It is a box. Это коробка, ящик. They are boxes. Добавляем к слову box, так как это заканчивается на шипящие, свистящие звуки. И S
И это окончание множественного числа. They are boxes. И еще в этом уроке немножко грамматики. Разберем краткие ответы. Краткие ответы это на такие вопросы типа Are you? Вы являетесь кем-то или чем-то? И мы отвечаем Да, я являюсь или Да, я не являюсь. Yes, I am. No, I'm not. Yes, we are. No, we aren't. То же самое he, she. Is he? Is she? Is it? Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Are they? Они являются кем-то, чем-то? Yes, they are. Да. No, they aren't. Они не являются. И в следующем занятии мы продолжим разбирать на примерах и упражнениях, как использовать эти знания о кратких ответах с глаголом to be. Оставайтесь с нами до следующей встречи. Всего доброго!